Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шэдди Мэн, добро пожаловать в новый видеоролик. Знакомое местонахождение, правда, совсем недавно один из роликов именно так и начинался. Это видео, в котором я стал ржавым жигулем, который гонялся за леской и нубиком. Сегодня я стану ржавым гигантским КамАЗом, который прямо сейчас находится за моей спиной. Что же сегодня будет происходить? Я буду точно так же пугать леску и нубика. Вернее, не так же, а абсолютно другим методом. Но с чего все начнется? Они снова находятся в этой деревне жителей, и когда они поедут назад, то на пути у них сначала появится тот самый жигуль. Скорее всего, они испугаются, но потом, когда поймут то, что он не представляет опасности, он совсем не двигается, они попробуют ему отомстить и что-то сделают. И вот здесь как раз таки и начнется самое интересное. Через какое-то время появится КамАЗ, который начнет им за это мстить. Но как именно, ты узнаешь уже в этом видео, так что прямо сейчас поставь лайк под этим роликом, и мне это безумно поможет, чтобы запранковать леску и нубика кубика. И обязательно, если ты еще не подписан, жми на кнопку подписаться. Ну что же, приятного тебе просмотра. Фух, леска, спасибо вам большое. Без вашей помощи у меня бы точно ничего не получилось. Да, пожалуйста, обращайся. Да, ничего страшного, нам это не проблема. Ладно, сейчас леска, мы немножко тебе туда делаем, еще давай пару кирпичиков. Хорошо, а чего Шэдди-то не приехал? Да он занят сегодня, поехал в город, там какие-то дела в общем. Нубик, ты вот здесь доставишь? А, ну понятно. Ну ладно, как приедет, там его привет передавайте. Шэдди, нет, здесь должны вот эти вот стоять камни. Здесь камни. Так, камни, подожди, а дерево? А, это дверь здесь у нас. Подожди, дверь раз. Да, дверь, и получается еще стекла остались. И это все. Да. Нубик, у тебя стекло? Ну все, все, ладно. А то уже поздно. Мне вообще домой надо возвращаться. Так что, давайте. Да, как новенький. Ага, все. Все, давай, пока. Спасибо. Сейчас спасибо. Мы материалы тебе оставим. Нубик, хорошо, хорошо, тут. Спасибо. Так. Да, давай ему оставим. Итак, ребят, все. Если что, меня не слышно, они только что говорили жителям. Леска, стой, а у меня есть лопата, вот это вот топор. Слушай, я инструменты кирка возьму, потому что инструменты мы часто друг другу передаем. И сейчас Леска, они едут домой. Да, друзья, о, смотри, по легенде, если что, меня говорил, действительно что? Нет. Давай, я действительно поехали уехал, Леска, и все, даже машины нет возле дома. Ты что, навигатор поставил, дочь, но бафон, что ли, свой даже? Так, друзья, ну что, погнали. Ночь же темно еще. Они едут домой. Да, конечно, но. Помните? Тут дорога-то ура, у нас ведь первый раз, не одна, да? Ту ночь было то же самое. Смотрите, аккуратно, как Нубик гонит. Аккуратно, аккуратно, да. Чтобы он только, сейчас друзья, вылетим, раньше времени ничего не произошло. Вызывать. Осторожно. Что, Леска? Нубик. Там жигуль тут да, стоит, друзья, это тот самый жигуль. Стой, 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 притормози, притормози. А помнишь, мы также вечером с этой же деревни Нубик ехали по такой же дороге, и за нами жигуль еще ехал, подожди, помнишь? Подожди, подожди, подожди. Он сейчас опять гудеть начнет. Но сейчас, друзья, жигуль ничего делать на самом деле не будет. Леска, давай там отомстим ему, у меня есть динамит. О, ничего себе! Друзья, это я жестко, это делал жестко. Ой, а он прям, нифига, он такой быстрый нубик, даже вообще не подумать ничего. О, нифига себе! Поехали! Подожди, а подожди, у тебя еще зажигалка была из дома, подожги ему. Давай. Капец, друзья, смотрите, как они быстро прям освоили, короче, прям так жестко жгут. Так, за руль не садись, за рулем я вообще-то сейчас еду, не садись. Друзья, ну что же, Нубик, да я самое сажусь, главное, потушись, что потушись, все идет по плану. Теперь мы будем с вами в виде того пойдем самого лес КамАЗа им да мстить. Но не появлюсь спеши, я, друзья, не сразу. Прям... Они должны сейчас постепенно, резко постепенно осознать то, буду, что они сделали. Я не буду гнать, просто я не знал, очень то, плохую вот штуку. Вот а может быть так, скорость развивать такое большое. Подожди, а там и, друзья, я, видишь, я тоже вдалеке что-то вижу. Странные видишь вещи начинаются прямо сейчас. Какое-то? Я посмотрите не поняла, мы несколько часов назад ехали, ничего Леска, не было. А, Леска, я вижу там строители. Видимо, опять стройка какая-то так произошла. Да, а что там, идет стройка. Это правда. Давай прочитаем. Дико. Так ты тормози, так, Нубик, Нубик, сейчас пробьет. Капец, он... Машина! Ну, не, пускай лучше Леска едет. Я боюсь то, что... В... Нубик, ну а то в следующий раз, я думаю, произойдет что-то очень-очень-очень плохое. Ты почему... Ты смотри, ты сначала тормоз останови, потом ты сначала выскакиваешь из машины, машина твоя едет. Ладно, я пошли на читать таблички. Поставил просто я. Так. Я читать хочу, можно? Давай. Правила приезда по грунтовой дороге. Первый. Двигайтесь строго по укатанному маршруту. Не съезжайте на обочину, так как местность покрыта болотами. Mm-hmm. Двигайте на пониженной передаче для предотвращения застревания. Это вот для тебя, кстати, это точно. Убедительная просьба, если заметите препятствия, попробуйте их убрать. При любой другой экстренной ситуации зовите строителей. Спасибо за понимание. Администрация. Ну все. Нубик,
Что такое? Почему так резко-то? Ведь все в порядке. Капец, было, они летят на самом деле очень быстро прям. Я прям так себя боюсь, что как бы что не по плану не пошло. Ремонт дороги используется дорог для объезда. Ну, логично, там уже так сказали. И, кстати, Леска, как так быстро? Мы же буквально жители помогли очень Слушайте, мало. Если бы я увидел такую дорогу для объезда, я бы сомневался, ехать туда или нет. Ничего вообще не было. Подожди-ка, Нобик. А вот сейчас уже как-то это вот сюда, да, мы должны? Да. Слушай, а ты как думаешь, твоя маленькая машинка тут вообще не перевернется как-то странно? Конечно, не перевернется. Смотри, дорога даже шире, чем машинка наша. Ну, главное, чтобы они не съезжали с неё. Ты замечал раньше эту дорогу или нет? Мне кажется, как будто бы ее здесь никогда не было. Да, мне кажется, тоже. Везде так потому что они же не одни катаются, поэтому и не было. Сейчас люди отсюда едут. А почему она так заросла? Посмотри, она заросла, хотя ее не было. Она должна быть совершенно новенькая. Это понимаю, просто да. Сорняки выросли и все. Ладно, я вообще спать хочу, честно говоря, уже. Подавайте. Все, друзья, отлично. Работает. Они сейчас поедут туда. Не будем туда. Долго рассуждать. Леска! Да. А, я не туда поехала, я хотела повернуть. Нобик, я не когда знаю, я, что ты творишь. Я когда назад ехала, хочу повернуть налево, она направо едет. Вообще никакой логики. Ну да. Вот машина нупа. Как ее хозяин такая же. Странная машина. Смотри, вот немного тут полость какая-то в траве. Не спеши, пожалуйста, по бокам. Да, тут по бокам, друзья, в том-то и прикол, что вы можете подумать, что они якобы могут объехать. Но в табличках специальное предупреждение, чтобы они ехали только по дороге. Якобы машина тут провалится. Тут некоторые места болотистые такие, мы можем провалиться. Слушай, получается, дорога вообще в другую сторону уводит от нашей дороги с тобой. Да. Из-за того, что болото, что ли, получается, как-то так проложили. Да, не это точно, это точно. Близко, да? О, Леска, о, там дерево повалило. Так, что они будут с ним делать? Друзья, это первое препятствие. Подожди, ты думаешь на дороге? Подожди, Леска. Стой, надо остановиться. Ой. В правилах было написано, что если вы видите препятствие, постарайтесь их обойти. Да, это правда, это правда, такое было написано. Так. Овечка вышла. Хорошо, что я этому жителю не оставила все наши инструменты. Давай тогда мы просто это так, ну это парами, друзья, они сейчас быстро справятся, так что для них это не проблема. Леска, не засыпай на болотистое место. Болотистое место. Наступало, да? Так. Так, слушай, давай, все нормально так, сделаем все. Давай уберем. И заодно поможем, если кто-то за нами поедет, уже быстрее будет. Да, кстати, им тоже поможем. А может нам потом мэр даст грамоту, и мы будем с тобой почетные жители деревни. Да, этикет. Так, ладно, друзья, все, что будет дальше, друзья? Дальше будет. Первая реально очень-очень крутая штуковина, посмотрите. Сейчас я вам пока что показывать не буду. Давайте, чтобы вы увидели вместе с ними и удивились. Так, вот они едут по этой объездной дороге. Да. Смотри, аккуратно, Нобик, тут подъем какой-то небольшой. Так, тут, друзья, реально очень опасная штука. Тут уже к скалам. Главное, чтобы Нобик не гнал такое. Только, а то очень-очень чуть-чуть не по плану пойдет. Нобик, стойки, тормози, там. Там, друзья. Это что, ямина, что ли? Да как мы поедем тогда? Житель, там что-то случилось. У него из глаз. Друзья, начало. А прямо сейчас. Так, что они будут делать? Что делать? Давай строителей позовем. Да, друзья, давай, смотрите, что... они идут звать строителей. Капец. Я сейчас лечу туда, и мне нужно будет... всех этих строителей Слушай, убрать полностью. Смотрите. Ты когда сможешь тут развернуться, сможешь? Смогу так, чуть-чуть. Берем вот эту штуковину. Колесом в болото не заедь только. Я когда широко стану. Так, забираем. Нобик, мы едем в воду. Также, друзья, смотрите, тут, когда они вернутся, тут будет немножечко темновато. Так, и вместо чуть-чуть этого... Чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Пойдем вот эти штуки. Выкручивай. Я умею в другую сторону, в другую, когда назад. Так, а также, друзья. Так, мы сделаем. Успеем, не успеем, интересно. Так, давайте вот так вот. Так. Все, я все сделал, отлично. Мы развернуться не можем тут. Так. Да, полчаса. Это дерево. Ну, у тебя вот машина, знаешь, вот как, я не знаю, вот коробка какая-то. Все, друзья, сюда. Да ты не в ту сторону колеса потом... крутишь. Хорошо, что они там застряли, друзья. Налево, когда назад сдаешь, руль на... Ну, что делаешь? Капец, друзья. Вот что случается, когда Нобик за рулем. Это моя машина, я лучше вожу. А это вообще не гарантия, между прочим, знаешь, вот. И они доезжают. Леска, господи. Так, стоп, они уже что-то заметили прямо оттуда? Пошли там. Эй, рабочие. Леска. Опа. Рабочие? Ребята, оно начинается, Нобик, подожди, тут же живые люди были. Как так-то? Я не поняла. Ой, что с ними, бедненькие?
Подожди, Нобик, поехали обратно, короче, я ничего не понимаю. Давай сами уже как-нибудь попробуем этого достать. Несчастный эх, человек, не заметили вот эту штуку, друзья, я столько писал, ну ладно. Так, ладно, друзья, короче, я поехал. Короче, пока они там ходят... Капец какой-то. Пока они там ходят, я сейчас КамАЗ поставлю. Подожди, это же не скам, подожди. А, и жителя уберу. Житель пропадет прямо сейчас. Так. Смотрите, мы его сами убираем. О, Леска, смотри. Да, где? Месть. Убрали. Месть. Смотри, и ставим вот сюда его. Слушай, а кто это написал? Смотрите, нет, друзья, все. Вот так оно будет сейчас. Так, откроем дверь сразу. Все двери откроем, чтобы вот так было. Все, и они такие возвращаются, смотрят и видят то, что там какой-то КамАЗ. И они, скорее всего, подумают, что кто-то приехал спасти жителя. Но там никого не будет. Тихо, я вроде бы сейчас аккуратно. Так, вот они едут, друзья, обратно. И сейчас они думают, то, что они еще будут вытаскивать этого жителя, но на самом деле его уже нет. Ты скажи, как мы будем с тобой... А, мы с тобой дерево нарубили. Может быть, мы сейчас попробуем как-то с помощью досок спуститься, сделать какие-то лестницы, да? Давай сейчас сообразим быстренько. У меня доски разоделись. И повезем в больницу его. В больницу как раз мы по пути будем приезжать. Да. Так, друзья, они подъезжают. Все, отлично. Так. Все, сейчас... Слушай, я надеюсь, что с ним все в порядке, а то капец какой-то вообще. Ты говоришь, что в порядке. Леска. Так, все, пошли. Так, Леска. Сейчас как же нам сделать, с какой стороны спуститься? А в смысле? Где? Я не понимаю. Нигде. Подожди, Леска. Машина. Нобик, подожди, это странная какая-то тачка, посмотри. Она заживетная какая-то странная. Чего странная? Обычная машина. Ее здесь не было, Нобик. Ну, кто-то приехал на помощь. Так, все, короче, давай быстрее, я вот так вот делаю. Так. Слушай, мне это все не нравится, я тебе честно скажу. У меня ощущение, что... Давай вот так вот сделаем, чтобы наша машина так проехала. Все, друзья, они начинают заделывать постепенно дорогу. Как будто кто-то специально не хочет, чтобы мы ехали домой. Ха, да нет, почему? Хотим. Так, все, Нубик, короче, сейчас, знаешь, надо как-то в следующий раз, вот все время ситуация, помнишь, тут раз дорога ерунда была? Так, Нубик в болото прям едет. Так. Ну все, ладно, проехал. Ну для других, короче, они сейчас заделают просто, видимо, и все. Подожди, Нобик, секунду, ладно, надо дорогу починить, потому что я не думаю, что у других будет доски и поваленное дерево встретиться, так что нам даже повезло. А, стой, машина, я славлю тебя. Все, отлично, друзья, они все это сделали. Мы пока с вами не шевелимся. Мы пока стоим на месте, они думают, что это обычный КамАЗ, но нет. Так, все, они садятся в машину. Да, там уже выезд будет, а, уже на самом деле. О, коровки. На выезде тоже идет небольшой сюрпризик. Так, смотри, вот я у тебя в машине переключаю. Ну-ка, например, давайте так вот так медленно, сделаем. Медленно. Да. О, сейчас, давай быстрее. Слушай, какой-то еще... Кабина, друзья, сама опустилась, короче, у них на глазах. Подожди, Нубик. Леска, быстрее есть! Да подожди, ты посмотри, там рабочий, может быть... Может, кому-то помощь нужна? Может, машина сломалась? Закрыли, друзья, захлопнули. Смотри назад, чего происходит там, я не могу ее за рулем. Все, друзья, садимся. Какой задний вид? Да нормально, пока она стоим. Обратно встала, пока эта стоим, штука, друзья. Она не висит. Подожди, а что она от ветра, что ли, откинулась? Почему я не знаю, как встала? Она обратно тогда встала. Ветер бы такую мощину не смог бы. Какую так, друзья, мужчину? стоим. Мощь. О, стой, Леска, стой! Что? Остановись! И, друзья, сейчас да начинается самое интересное. Смотри. Что? Ой! И мы, друзья, начинаем движение. Так, что это было? Дорогу для объезда. Опять тут что? То же самое. Так, а чего смотреть-то? Мы же с тобой с той стороны, с этой... Ну, бег! А, машина начинает ехать, друзья, смотри. А, Леска, это месть за Жигуль, друзья. Смотрите, пустой, просто автомобиль едет. Как же это страшно. Леска, я поеду! Давай, быстрее! Там уже быстрее сядь. Нельзя, смотрите, они еще начать быстрее, ехать даже не могут. Нас сейчас раздавят. Куда на твоей этой... Ой, друзья, мы всех овец раздавили. На этой маленькой семечке едем. Куда так. Едем? В полицейский участок, полицейским скажем сейчас. Полицейский участок? Они даже до дома не доедут, друзья, прикиньте. Ой, подожди. Или домой, не знаю. Нет, домой, давай. Все, друзья, смотрите, потом. План такой теперь. Куда? Мне нужно вот это все убрать. И убрать сам КамАЗ. И надеюсь, то, что сейчас хотя бы до дома успею долететь, потому что они капец как быстро едут там. Подожди, давай домой, тут, по-моему, капитана нет, домой, мне кажется. Я... Все, друзья, домой, короче, быстрее, лечу. Давай быстрее, потому что я, знаешь, что думаю, мы сейчас Шэдди забираем, он должен вернуться к этому уже час. Ну куда? Вернее, друзья, подожди. Я прямо сейчас тормози. Вот здесь уже с этой стороны такой бац тормози. И резко выезжаю. Нобик, он там. А он будет... Нобик, разворачиваемся.
Разворачивайся, пожалуйста, только... Вот, только... я в нужной ситуации очень даже хорошо могу есть. Все, друзья. Боже мой, мы в дерево летим, Нубик, мы разобьемся. Не летим, мы. Да, Нубик, конечно, тогда слишком быстро гонит. Чуть-чуть медленнее, я пожалуйста. Я прям, друзья, не успеваю даже нету. Ничего делать. Его нет, подожди, подожди, так, пожалуйста. Так, они в полицию едут, все, так, отлично. В полицию, мы сейчас с тобой точно тогда посмотрим, блин, что-то. Давайте мы сейчас по-быстрому долетим, фу. Короче. Так, давай сейчас. Все-таки... Опять? Ты слышишь? Да куда ты заезжаешь-то, ёкарный баба? Я припарковываюсь. Нубик, он за полицейским, выезжай обратно в больницу. В больницу не надо парковаться, он за нами гонится. Куда надо ехать? Как он так быстро умудряется, он здесь. Конечно, я как только не умудряюсь. Тихо, тихо. А когда мы едем? В больницу зайдем, там врачи, там люди. Сейчас врачи-то им точно скажут, что делать. Так. Аккуратно. Все, друзья, уходим. Так. И сейчас, после больницы, я уже точно буду их все время преследовать. Смотрите. Он не должен уже. Давайте вот сюда поставим тачку. И все, садимся. Стой. Пойдем, Леска. Фу. Пойдем, Леска, быстрее. Подожди, я опять слышу этот гудеж. Я тоже, ну давай быстрее заходить. Так, подожди, заходи, я сейчас посмотрю. А где он? Леска, он же где-то... Нубик, он здесь, сбоку, пожалуйста. Все, друзья, сейчас уже пощады не будет. Иди сюда, подожди, он перекрывает дорогу. Я буду управлять. Так, Нубик, у меня идея, знаешь, куда едем? У тебя папа с мамой дома? Да. Они туда к Нубисам и папусам поедут с этим. На Нубовской остров, подъезжай. Подъезжай, там, где катера наши стоят. Друзья, я просто задом, короче, еду за ними. Что, блядь, хватит? Смотрите. Он преследует нас. Смотрите, друзья. Я не знаю, чем он преследует, задом, боком или пяткой, но он едет за нами. И едет быстро, между прочим. Так, Нубик, сейчас... А, быстрый! Так, мы успеем, у нас катера, он точно не сможет за нами, мы оторвемся. Так, Нубик, я предлагаю уже саживаться с машины. Так. Чё, отстал он, нет? А, чё это? Ё-моё! Так, друзья. Нубик. И сюда, давайте, вот так вот, короче. Смотрите, что происходит, друзья. Папе с мамой быстрее к твоим, быстрее. Надо ой, что-то делать. Поплыли за ними, друзья, поплыли за ними. А где он? Все, друзья, мы покинули с вами КамАЗ. Пускай думают, где я. Он что, утопился, что ли? Нубик, пошли быстрее. Фу, подожди. Ладно, к моим родителям. Я слышу вдалеке. Нубик. Ты где, Леска? Вот я стою. Господи, капец, там Нубик кашляет, просто жесть. Нубик, мне кажется, надо прощаться, выключать камеры. В общем, друзья, вот такая история приключилась. Не знаю, что за ненормальный КамАЗ какой-то ржавый нас преследовал. Так, погоди, так не доехали или нет? Вот, я надеюсь, что... Мы все... Он там еще... резко, он с того берега где? Едет! С какого берега едет? С Нубусова. Реально? Да. Друзья, я не знаю, вы сами видите, что происходит. В общем, спасибо всем за просмотр. Нубик, погнали быстрее, пожалуйста. Он какой-то вообще ненормальный. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Вот так сегодня получилось. Надеюсь, что вам понравилось. Ну, а на связи был Шэдимэн. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. И всем тоже пока-пока.